Полтора века на службе в Фемиде. Судебная система Ставрополя отмечает 150-летие. В этом же году исполняется 75 лет Ставропольскому краевому суду. В честь двух юбилейных дат в краевом центре прошел межрегиональный семинар. Его участники обсудили роль мировой юстиции в современной России. В мероприятии приняли участие краевые руководители всех ветвей власти, судейское сообщество, а также гости из 18 регионов страны. Сегодняшнее совещание в рамках организации работы мировых судей даст уникальную возможность обменяться опытом. Не потому, что я сейчас к гостям обращаюсь, вы находитесь на нашей земле, мы себя начинаем хвалить. Нет, просто мы должны обменяться опытом, и нам есть чем поделиться с коллегами. Велико то, что долговечно, а долговечно то, что справедливо. Судебная система – это то, что говорит, определяет справедливость в отношении споров, наказаний, в отношении разногласий. Я бы очень хотел, чтобы вот те решения, которые вы будете вырабатывать, тот опыт, которым мы сегодня делимся с вами и собираем ваш опыт, привел к справедливости, принятию решений –